Ну вот, я говорила о том, что где-то они тут готовят еду, да? И сейчас мы прошли вот весь парк, спускаемся и видим, как девушка забирает оттуда что-то, какие-то мешки, и складывает новые мешки. И когда мы подошли ближе, мы увидели, что это были за мешки. Оказывается, это кукуруза. То есть в этих мешках лежат початки кукурузы и варятся в этом вот именно как-то кипящем котле, да, можно так назвать, в этом кипящем котле. И сейчас, видимо, вот эти мешки с кукурузой, которые сварились, будут туристам и предлагать. И они будут именно под названием идти. Это настоящие сваренные в вулкане кукурузные початки. Вот сразу мне это вспомнилось, как мы были на вулкане в Гватемале. Там мы на шпажках, ну, как шашлыки, готовили зефирки. То есть одевали зефир, и они там плавились, растекались. А здесь вот другой аттракцион – вареная кукуруза. Ну, я думаю, это в каждом месте что-то свое придумывают. Когда мы были на вулкане Иджен в Индонезии, там был аттракцион продавать кусочки серы. То есть здесь вот никто их не продает. Ну и серы тут такой нет, чтобы ее продавать кусками, да? Там-то были, ну, от маленьких кусочков сувенирных до вот таких. То есть кто-то, видно, хотел и вот такой кусок серы домой привезти. И предлагалось. Мы прям вот когда шли на вулкан, навстречу идут рабочие, которые тащат эти куски серы и говорят: покупайте, покупайте. Ну, не знаю, за какую цену, мы не спрашивали. Мы из поездок ничего не возим. Интересно, интересно, безусловно. Супер. Всем привет, Созор. Фуршал.